что, мы тогда перейдем к следующей части, да? Я приглашаю Романа до Сергея. Мы хотим мужчины. Рома, на самом деле, наш большой друг, я с ним очень много делаю программ, и тимбилдинг, и работаю на дальнейшей программе. На самом деле, Роман большой проект называется «Бизнес-завтра». Я даже не могу сказать, какое количество известных лиц, там, Дабаска, команды, и других виртуальных. Надеюсь, красный. У Ромы, да, и мы, на самом деле, Рома сегодня пригласили, чтобы нам помог смоделировать нашу встречу, чтобы помогли больше познакомиться. Я сейчас буду подбирать ответ Рома, Рома сам все расскажет, что мы будем делать, да, дальше. Спасибо большое. Невероятно приятно находиться в такой аудитории. Все красивые, все прекрасные, успешные. Сегодня мое утро началось примерно где-то в 4:30. Я специально спал пораньше, чтобы у меня было время, пока все спят. У меня двое детей, а как раз они еще не были со мной. Я специально спал, чтобы было пораньше. Я изучал ваши презентации. Мне было невероятно приятно. Кое-кого я стал узнавать уже прямо сейчас. Я видел презентации Владивостокские, меня очень поразили. И еще девушка вот такие цветные. Да, центр развития. И детский сад, у которого теремок, у кого чей-то проект ваш, да. В общем, я в принципе понимаю, кто, но вы не знаете, кто я. Потому что не было, наверное, возможности, особо не было интереса, да и правильно. Я расскажу маленькую притчу с того, о чем бы я хотел как бы сегодня начать нашу интересную полуторачасовую коммуникацию с вами. Я начну с притчи. Древний Китай, представьте, перенеситесь туда, где еще папирусы, где еще все совсем по-другому, учителя, наставники, дзен-буддизм, все остальное. Есть один был очень-очень влиятельный предприниматель, да, по нынешнему, это, наверное, олигарх. Очень влиятельный, у которого была школа, и он обучал премудрости, бизнес мужчин. Остался стук в дверь, и к нему зашла девушка, ну или женщина, там, не важно. Для меня, в принципе, это начальник своей красоты, вдохновения, и он ей отказал. Тогда она, покраснев, гневно спросила: а что, разве женщины не в состоянии учиться бизнесу? На что он ответил: есть много других вещей, что женщина может делать лучше мужчины. Оставьте кое-что нам. Она ушла, и как вы думаете, что сделала она? Открыла свой бизнес и стала более успешной, открыла свою школу. Поэтому мне очень приятно поприветствовать вас здесь. Успешно, давайте сами себе. Когда я читал ваши презентации, я фактически каждую из ваших презентаций, и вы вложили в нее душу, потому что достаточно открыто, сразу чувствую человека. Мне было очень приятно, но сегодня бы я хотел сделать немного по-другому. Наша сегодня цель с вами, хоть вы и так знаете друг друга, чуть-чуть ближе познакомиться друг с другом. У нас сегодня есть два видеооператора, и они сделают прекрасное видео, после чего вы все можете его посмотреть. Это останется в вашей памяти. И они сидят двое. Почему двое? Потому что мы сейчас с вами будем делиться на команды. Делиться на команды очень просто, как в школе. До скольки мы можем посчитать? Например, до 10 много. До 5. Нормально? Прекрасно. Тогда начнем с первого ряда. Ваша цель, причем, понимаете, это настолько легкая интеллектуальная игра, что постоянно переспрашивают, что делать. Начнем с этого. Нужно просто запомнить свой номер, всего лишь. А запомнить вам, ведь так? Пять! Класс! Один.
6. Я же говорю, что очень сложно задание. Дальше. Смотрите, как весело. Девушка у нас не принимает. 5. 1. 3. 4. 6. 6? 5. Сколько? Я 5. 5 и? 1. Отлично. Давайте вот здесь. 1, 2, 3, 4, 5. 5 кучек. Пожалуйста, приходите. Ну что, сидеть мне, команда номер два. Мы стали в кружочек и отлично как раз все друг друга увидим. Команда номер чуть-чуть сожмется, чтобы уступить место команде номер два. Мы выбрали себе капитану, очень классную, замечательную, наверняка успешную женщину в Бурятии. Викторию поприветствую. Меня зовут Виктория. Я представляю свою команду замечательных, активных девушек из разных городов. Нас 11 человек, ни один город не состоится. Итак,
у нас команда называется «Яблочко». Мы в самом центре, мы выходили из этого, Меня зовут Виктория Бурятия. Светлана Пель. Анастасия Жес. Наталья Волгоград. Людмила Калыкова. Кристина Ростов. Екатерина Чупинка. Виктория Екатеринбург. Екатерина Мурака. Елена Клейка. Юлия Сарай. Еще Команда номер 2 передает эстафету. Команде номер 3. Да, спасибо. Чуть-чуть сжимается в круг команда 1 и команда номер 2. Дает возможность курить во всей красе команду номер 3. Добрый день. Команда Алим, товарищи. Представляю вам. Итак, это команда активных, успешных, красивых, очаровательных, обаятельных, замечательных женщин от Владивостока до Калининграда. Наталья Калининград. Ольга Брянск. Марина Волгоград. Тамара Санкт-Петербург. Галина Севастополь. Ксения Пермь. Владивосток. Команда номер 4. Всем добрый день. Наша команда называется «Четыре стихии». Нас 10 человек и 9 городов. Так, коллеги, все на месте. У нас 2 человека из города Волгограда. Давайте представим. Город Якутск. Людмила Севастополь. Анна Пермь. Наталья Вологда. Валерия Владивосток. Ирина Брянск. Елена Нижний Новгород. Юлия Волгоград. Елена Ульяновск. Да, я капитан этой команды, а это милая леди, секретарь. Ура! Я такого отличника за мной. Ну и нас сладенькая, сладкие женщины. 3, 3. Отличницы! Александра Синятян, город Волгоград. Я представляю вот этих шикарных, прекрасных, лучших на свете женщин. Я занимаюсь частным образованием. А я секретарь Александры. Меня зовут Олеся, я говорю из города Кемерово. Я тоже занимаюсь детьми. Я заместитель секретаря. Олеся, Кемерово, Екатеринбург. Занимаюсь сферой услуг. Отлично. Меня зовут Алина, я из города Владимира, и у меня тренинговый центр 33 желания. Отлично. Ольга Челябинск, отдых, туризм. Ирина Ащенко, трудоустройство. Лисан, Башкирия. Отлично. Отлично. Виктория, Владивосток, транспортно-логистика. Отлично. Ольга Водаря, Красноярский край. Занимаюсь производством продуктов питания. Светлана Орел, грузовые перевозки в России, логистика. Орел, отлично! Вот вы, например, не знаете, а я знаю, что Владивосток, который занимает транспортную логистику, поддерживает молодых модельеров. Да, правда же? Да, правда. Ваша презентация была? Нет, а кто? Это Интер Владивосток? Это мы еще на Скорина логистика. Который поддерживает молодых модельеров. Да, прекрасно. Итак, теперь у нас задание следующее. Классные мы, да? А секретари соберут номера телефона всех участников команды и создадут отдельные группы в WhatsApp. Название. Включите меня туда и Машу. Наши телефоны вам дадим. Задание номер 1. Нарисовать. Девочки, друзья, это девочки. Микрофона нет. Задание номер 1. Оно не характерно. Вам нужно будет найти, чем рисовать, где рисовать, на чем рисовать. Мы вам подскажем, где это взять. Нарисовать картинку, которая сейчас олицетворяет состояние женского предпринимательства в Российской Федерации. У вас есть 5 минут на то, чтобы это сделать по команде. Вот есть бумага. А что, девочки, мы же умеем попу рисовать. Секунду. Фломастеры на столе. Комко, конечно. Я. Жень, спроси, пожалуйста, Жень. Нет, привет.
дальше. Все? У всех есть люди? Да, все, что хотите. Дальше, 8, дальше. Я ноги готова рисовать. Иногда нам как фоп. Я готов сразу кричить. А сколько у нас тайминг? 3 минуты осталось. Иногда я декоратор. Сейчас решаюсь. С вами реализую жизнь. Где опора здесь? Вот она здесь, где опора? Да можешь просто написаться. По-моему, вот это слишком явно. Нам же сказали наши ассоциации. По-моему, вот это будет ни к чему. Мне тоже кажется... Это вообще не о том, о чем нас спросили. Вы закончили, да? Да все, отлично. Да. Сейчас, пока время есть, немножко так...
надо уже какие-то нарисовать, то, что здесь все есть, целиком. И программы, и деньги, и кредиты, все. Получается следующее. Вам нужно придумать презентацию. Презентация будет полтора минуты максимум, описывающую это состояние сегодняшнего женского предпринимательства. Это вот вы должны придумать, кто у вас выступает или не выступает. Но это такое легкое задание. Теперь задание номер два. Напишите, пожалуйста, топ-5 факторов, которыми мы можем гордиться в рамках реализации женского предпринимательства. Что это, по вашему мнению? 5. Вы можете написать сейчас 10, 15, 20, анализировать и выбрать там топ-5. Давай мы будем кидать. Спасибо тебе. Потом отранжировать и выбрать самые-самые главные. Да? Понятно? Ага. Первая Д. Дмитрий. Как ваш номер телефона? Сейчас я буду смотрите, задание следующее. Вы сейчас дорисуете. А потому что... Вам нужно придумать. Одна, несколько, с какими-то эмоциями, споете песенку, там, все что угодно. Это до этого задания. Задание номер два. Вам нужно набросать факторы. Развитие женщин – это новые факторы, которыми мы реально можем гордиться. Каждый из вас в своем регионе, все мы вместе в стране, о женском предпринимательстве. Вы их можете набросать сколько угодно – 20, 30, 100, а потом отранжировать и написать топ-5, с которыми все факторы, факты, события, не знаю, все что угодно, что может характеризовать женское предпринимательство. 5. Топ-5 каких-то вещей, окей? А как у вас дела? Итак, смотрите, продолжение этого задания. Вы придумываете презентацию на минуту, на полторы. Тогда задание номер два. Задание номер два. Каждый из вас должна предложить в команду свои факторы, события или что-то еще, которые бы характеризовали развитие женского предприятия, чем мы можем гордиться. То есть прямо вот супер, лучше. Вот прямо мы можем, вот, не знаю, на мировую арену доставать. Можно женщину кидать. Факторы, события, там, не знаю, обстоятельства. Каждый из вас придумает сколько угодно, а потом выбирайте топ-5. Именно предпринимательство, женское предпринимательство в России. Девочки, итак, 5 факторов, которыми можно гордиться. Самыми, например, у нас такая финансовая поддержка женского предпринимательства, чтобы бесплатно сдавить деньги. Мама предпринимательная учительница. Нет. О том, чем мы можем гордиться в рамках женского предпринимательства в России. Вот что это такое, что самое лучшее нам удалось, что мы смогли сделать прям, не знаю, чем... В каждом из ваших регионов нечто общее со всем вами согласно. Из этого мы выбираем топ-5 и фиксируем отдельно. И потом тоже о них скажем. Хорошо? Понятно? Сделали ли по факту на сегодня, сейчас, чем все женское предприятие, чем вы можете гордиться? Вы же представители не только оформ, вы же вот, и просто предприниматели, и просто женщины, и соборы, и да, тоже. И собой, да. Различные площадки, которые поддерживают первыми лицами страны. Что мы видим? Это юмор. Мы сегодня видим, что женщина стала смелее, что женщина стала... Вот эта точка, что я отличаю. Я был в черных фонарях. Олицетворять значит чем-то. Или цветок, луна, солнце, я не знаю. Сейчас мы украсим. Это же Google.
Да, посмотрим, что вы думаете. Что-то пилотный проект. Ну, действительно, мы написали образовательное поддержку, у нас так, сообщество, объединение сообщества одинаково. Что Ой, вы снимаете? Нет, я просто хочу раскрыть, что вы сделали. Эти сволочи мне не дали настоящую суть открыть женского предпринимательства. Вообще-то оно вот такое вот сердечко. И вокруг жизнь. Да, мой сбросим час, я хочу воспользоваться. Такая сердечко, настоящая женщина. Но, когда женщина обидите, она становится все столько хорошим знаком. Вот так вот она представляет иногда предпринимательство. Но мы следующее позитивное, поэтому стараемся вешать картину. Алина, Сабина, надо будет так презентовать исторические факты. Ладно, спорим, это мало. Дальше. Объясняем, что все это началось, и у нас сегодня начали сделано мало дело в России. Дальше, дальше. Я написала факты, я могу презентовать. Давай, рассказывай. Я думаю, надо начать создание женских комитетов. Правильно, да? Создание женского комитета. Не дайте же. Создать про работу комитета в регионе. Что после того, как создался комитет А до этого что, не было, что ли? Этот девочки уже последний. Различные, ну, как, допустим, наш комитет по развитию. Это вам листочек для финального задания, но пока его не обращаю. Третье задание. Вы понимаете теперь, чем можно гордиться? Для вас это стало понятным, вы это приняли, вы сейчас обсуждаете. Но наряду с этим существуют факторы, какие-то, которые требуют улучшения, изменений, которые мешают нам жить так, чтобы мы могли всем гордиться. Список из всех наших топ-5. Которые требуют максимального внимания и улучшения. Это главное, чтобы их презентовать. А этот листик для последнего задания, но он еще не последний. Вот все, третье, предпоследнее. А подскажите, вы сделали второе, вы сделали третье. Давайте еще раз про факторы. Да. Женщина, как вы это понимаете? Разные знания, но о том, надо написать, что у женщин нет конкуренции. Почему не конкурируют? Не соглашусь вообще никак. Конкурируют еще как? У нас особенно дошкольное образование. Мы написали то, что женщины нас объединяют. В школе, потому что здесь то, что делают уроки, смотрят телевизор. Поэтому мой решающий фактор. Телевизор, что я должен сделать? Выкинуть его из комнаты или установить режим просмотра для того, чтобы его оценки были хорошими, чтобы я мог им вернуться. Мешающие факторы, которые требуют улучшения или которые препятствуют нам ощущать женское предприятие таким, чтобы мы в целом за него гордились. Это листочек чистый вам для последнего задания. Вот эти, да?
Дали все то, чем можно гордиться. Плюс вы идентифицировали все то, что мешает развитию. Представьте, что если вдруг в этот момент все преграды исчезли, и все, что вам мешает, стало помогать. Как бы выглядело, какая картинка бы тогда показывала эти потоки? Вот ваша задача нарисовать финальные картинки. И капитан распределит роли, как вы будете выступать в процессе выступления. У вас будет 3-4 минуты, 5 максимум. А если не надо, то оттуда надо выходить, что Я предлагаю сделать так. Мы сначала проанализируем. Вот день на ваше лицо. Уколку, да? Закончим. Если готовы, садитесь, пожалуйста, на места. Девушки, самое волнительное и самое интересное, что сейчас произойдет. Мы все с вами погрузимся в некое информационное пространство женского предпринимательства. Хотя вы оттуда и не выныривали, но я уверен, что мы сейчас туда занырнем еще глубже. Итак, мы немного сменим нумерацию первой выступающей команды. Не номер один, номер два, потому что они успели забрать доску, и она будет для всех одна. Мы будем на ней презентовать все наши картины. Суть презентации очень проста. Мы начинаем с задания номер один, плавно перетекаем в задание номер два, номер три и финал задания номер четыре. Капитан каждой команды определяет, как это должно выглядеть. Поэтому сегодня команда номер два и слово капитан. Женщинам,
найти себя, как, куда они хотят пойти, куда направить свои силы, дать им первые знания. У нас есть в командах по полю России хорошие юристы и так далее, которые всегда подскажут, какие нужны документы, какой бизнес требует какого там оформления и так далее. То есть все это помогает молодым предпринимателям идти вперед и не бояться. Так, и последнее у нас признание именно как женщины, предпринимателя и узнаваемость именно опоры России, именно женского комитета. Чтобы чем больше мы будем о себе заявлять, проводить всевозможные мероприятия, тем больше значок, вот только что мы сняли, наш будет значок узнаваемый. Не люблю очень это слово «проблемы», да? Но то, с чем мы пока сталкиваемся, что мы хотим решать, нам очень хорошо расскажет Кристина. Добрый день, меня зовут Кристина Золотарева, Ростов-на-Дону. Я действительно такую достаточно сложную затрону сферу. Это проблематика. Проблематика именно женского предпринимательства, женского бизнеса. 86% фокус-группы как женщин-предпринимателей всегда называют основную проблему – это нехватка знаний для ведения качественного ведения бизнеса. То есть это, возможно, нехватка бухгалтерского знания в бухгалтерском учете, возможно, там, digital, да, там, технологии, юридические аспекты. То есть нам не хватает знаний, которые мы можем получить, когда мы есть цель, да, для этого. Следующая проблема – это доступ к инвестициям. Но многие не понимают, куда нам пойти, где нам взять, как нам отдать. И это тоже фокус-группа называет вторую проблему – это доступ к инвестициям. И третья проблема – это проблема в семье. Объясню, что скрывается. Это когда мы неправильно распределяя роли в семье, мы не знаем, сколько у нас времени в семье может уходить на бизнес. Равноправие, полов пытаемся вести, как-то распределить время, семья. Это достаточно сложно совести. Все называют вот, проблемы семейного характера, семейного плана. Также есть стереотипы, которые сложились, и их искоренить достаточно сложно. Потому что женщина – это в первую очередь там, борщ, уют, очаг. Но это хорошо и нормально, мы не будем их трогать, да, мужчин особенно. Да, они есть, они будут, но мы должны, да, с вами как-то пытаться адаптироваться с ними. Страхи. Страхи – это самое тоже сложное. Побороть себя, начать сделать первый шаг, а вдруг не получится. И у женщин именно страхи самые объемная внутренняя вот эта вот, преграда, которую иногда нам помогают преодолеть наши мужья, соратники, ментеры. Вот, нам нужно, чтобы кто-то сказал, у тебя получится, да? Вот, то есть это основные проблемы, с которыми, я думаю, что опора активно борется, да, и помогает нам достигать определенных, да, решений. Если бы у нас всего этого не было, чему бы мы пришли? Все-таки женщина всегда ассоциируется с домашним очагом, с нашей историей, с нашим древом. Поэтому мы представляем вот такое большое, красивое, плодоносящее дерево, у которого очень сильные корни, которые питают и подпитывают наш комитет, который дает нам задания, разрабатывает какие-то новые планы. Мы это внедряем. То есть это наша корневая система, наша подпитка. У нас очень такой сильный ствол, потому что мы все вместе, мы на одном дыхании, мы это продвигаем. И, конечно, женщина, как плодоносящее дерево, да? Вот у нас красивые яблоки, как наша команда. Спасибо.
Давайте поблагодарим команду. Вопросом секретаря сфотографируем все, что там было сделано, поместить в общий командный чат. Приглашаем команду номер один. Самое главное, наверное, отличие мужского предпринимательства от женского, это все-таки вот этот баланс, когда нам не хватает ресурсов, а самое главное ресурсов времени, для того, чтобы быть полноценной, реализованной именно в семье, с детьми и в первую очередь в отношениях в паре. Потому что, ну вот, это несколько такой
российский стереотип, да, что мы в первую очередь матери, и потом только мы женщины, и у нас должны сложиться в отношении к паре. Быть матерью – это выбор каждой из нас в том случае, если у нас есть любовь, да, если у нас есть пара. Мы можем выбрать быть матерью, как это не крамольно звучит, да, можем не выбирать быть матерью, но первостепенно все-таки отношения в паре. Мы, конечно же, мужчинам в силу гендерных, которых мы коснемся все-таки, шовинистических таких вот, скажем, идей, им, конечно, мы не очень удобны дома, будучи реализованными в бизнесе, правда? Они начинают несколько с нами конкурировать. И вот, пожалуй, вот это вот самое ключевое, пожалуй, отличие, да, это в том, что женщина постоянно вынуждена балансировать. Ей постоянно нужно правильно распределять, и тайм-менеджмента для этого недостаточно. Она постоянно должна правильно балансировать и быть всегда очень гибкой, в том смысле, что ресурс времени, который самый главный наш ресурс, да, больше посвящать именно построению отношений в паре и не конкурировать с мужчиной, а продолжать его вдохновлять на те... Иначе она просто единственным достигатором в семье останется, и лягут на диване дома и скажут, ну давай. Сама. Таким образом, у нас мужчины в семье рассасываются, а мы же хотим, чтобы рядом с нами были мужчины настоящие, но они или уходят, поскольку они природой рождены быть помогаторами, да, они или уходят туда, где им есть чем помочь, потому что если тебе рядом с тобой нет места, не в чем помогать, да, соответственно, как бы он уходит, ищет место, где в нем нуждается. Ну, либо он ложится на диван, его все устраивает, правда? Поэтому мы все-таки хотим, чтобы рядом с нами были настоящие мужчины. И для этого мы, конечно, должны фактор конкуренции все-таки с ними исключить, да? Мы должны делать это всегда гибко, никогда не говорить, я главная, я сильная, вообще я все могу. Если ты все можешь, давай сама, да? Это не наша история. Поэтому нам очень важно гармоничные, правильные отношения построить в паре. Провела сердце, да? Давай. Я Маргаритова Челябинска. Раз все представляете. А я для себя это так представляю, что все вот эти лепестки – это пазлы женщины, женщины-предпринимателя. И вот этот пазл милосердия – это вот как неотъемлемая часть. Я считаю, что женщины все-таки больше занимаются благотворительностью, нежели мужчины. Я ни в коем случае не умаляю вклад мужчин в благотворительность, но считаю, что женщины, ну и по статистике, женщины все-таки больше занимаются. Почему больше? Потому что мы мамы. Мы мамы, мы женщины, и нам свойственно соболезновать, сочувствовать. И я для себя, лично для себя, никогда не разделяю детей на чужих и на своих. Если нужна помощь кому-то из детей, я прям безусловно, я всегда говорю всем, 24/7 я готова, кому нужна помощь, я готова помогать, либо найти, организовать помощь. Ну, в общем, это было про благотворительность, и Ксения что-то про милосердие нет, хотела. Я люблю. Ну, в общем, да, это нам свойственно, нам это свойственно, это неотъемлемая часть нашей жизни. Четвертый жизни у женщины, женщина должна, помимо того, что заниматься всем этим, то есть она должна откуда-то энергию брать. Энергию можно брать с увлечений, с хобби, занимаясь красотой, здоровьем, путешествием. Вот, поэтому это тоже является неотъемлемым лепестком, и это вдохновляет нас для того, чтобы мы могли питать свой бизнес, вдохновлять мужчину и саму себя, соответственно. Второе задание, да, у нас? Второе задание мы сразу, правильно? Давайте второе, третье, потому что она чуть-чуть. Итак, наши топ-5 компетенций, чем мы гордимся. То есть в любом случае мы на первое место ставим социальную ответственность, потому что это особенность, опять же, женского предпринимательства во многом. Брать на себя ответственность за сферы, за которые, ну, чаще всего, которые неинтересны предпринимателям мужчин. Дальше. Девушки умеют и любят договариваться, вот, поэтому мы считаем, что партнерство в женском предпринимательстве более, скажем так, развито и присуще ему. А дальше. Женщина, ну, как мне кажется, как нам кажется, когда мы обсудили, да, что работает через свое, скажем так, дело жизни, через самореализацию, поэтому
скажем так, работает на созидание. Вот. Дальше мы выделим, ну и сюда же можно отнести предназначение, наверное. Вот. Дальше мы выделили, что женщина в женском предпринимательстве присуща и что женщина работает через энергию и вдохновение. Вот. Я не представила, серийный речиссер, город Уфа. Я про проблемы. Значит, а какие мы увидели проблемы? Ну, первая проблема – это соблюдение баланса, о чем мы говорили, чтобы все лепестки росли равномерно, да, усетка. Второе – это распределение ресурсов и денег, и времени, и всего остального. Очень многие этим не владеют, и это печально имеет эффект. Третье – это эмоциональный интеллект, который сейчас очень популярен, упомянутого выше Гандапаса, да, в частности. А, то есть женщина очень эмоциональна, надо как-то с этим справляться, если мы хотим заниматься бизнесом, да, и сохранить себя. Четвертый – это мужской шовинизм. Ну, мы все что-то проголосовали. Кто-то был на петербургском форуме и сказал, что он прямо не так к нам относились, как-то очень снисходительно. Всем это не понравилось. В общем, надо, мы видим эту проблему. А, пятый – это нехватка компетенции. А, мы обсуждали именно то, что нехватка знаний – это одно, нехватка компетенции – другое. То есть некоторые ходят на тренинги бесконечно, системы в этом нет, ничего из этого они не применяют. И, в общем, к чему эти знания непонятны, компетенции не растут. Значит, заниженная самооценка, ну то есть априори женщина думает, что она хуже мужчины и достигнет меньших результатов, ну большинство я имею в виду. Вот. Общественное давление, ну со стороны там родителей, семьи, общества в целом, да, на женщину, что детей бросила, да, дети там где-то. Вот. Ну и последняя проблема финансирования, о которой тоже вы уже упоминали, то есть где взять денег без залога по 10% на 25 лет. Ну и как результат, собственно говоря, после того, как мы проработали наши проблемы, мы добавили к нашему цветку женского предпринимательства, добавили лепесток с поддержкой общества, с системой знаний, с финансовой поддержкой и популяризацией женского предпринимательства. Спасибо, команда номер 2. Команда номер 3, пожалуйста. 3. Итак, напоминаем, значит, мы команда Олимп. Соответственно, без Олимпа, ну, не могло бы идти на нашего рисунки. Женщина сегодня, она где-то в начале вот своего предпринимательского тяжелого пути, вся такая, значит, в заботах о доме, в детях, в соплях, в слюнях, в температуре 38, значит, солнцем палимая, ветром гонимая. И мужчина, он где-то высоко, значит, весь такой, я уже крутой, там всего практически достиг. И у него вопрос, что она прется сюда, что забыла? Вот. И тут появляемся мы. Женский комитет, значит, и говорит, дорогая, пойдем туда, там много вкусного. Она говорит, ну хорошо, без проблем, что надо. А что вообще? Ну, женщины. Значит, ну, она такая, вот она тут уже и думает, так, о бизнесе думает, ну все, надо идти, говорят, там много вкусного. Я готова. А что вообще интересного происходит и почему мне туда надо? А мы говорим, смотри, Женька Лазарева на ОПЕК первое место заняла, смотри, как круто, ты тоже там можешь быть, говорим мы. Вообще комитет появился в России. Смотри, какие девчонки, смотри, что делают. Вообще огонь, такие проекты и в бизнесе, и в предпринимательстве, все. Матвиенко встретилась с женщиной. А ты еще думаешь, что тебе надо или не надо? Ну, это к вопросу о том, да, вот что вот сейчас такого крутого происходит. Значит, сегодня уже 50 регионов поддерживают тему женского предпринимательства, значит, зерно посеяли, уже начинает прорастать. Ну и, конечно же, куда же? 5 сентября наш президент Владимир Владимирович Путин на БРИКСе во время пресс-конференции сказал словосочетание «женское предпринимательство». Ну, короче говоря, она подумала... Говорит, ну хорошо там, значит, много всего впереди, значит, вроде что-то какая-то движняк. А где у нас проблема? А проблема и мама нет. Может... Лариса, и мама нет. Может все. Нет. Ну и мы, конечно же, говорим, что мама, ну ты можешь все вообще без проблем, без вариантов, без вопросов, и мы поможем. Проблемы, конечно, мы для себя обозначили.
Во-первых, мы считаем, что нужно женщин, ну, женщин максимально в органы власти, так и как исполнительные, так и законодательные, ну, чтобы нам было легче там это продвигать, значит, эту тему. Дальше получается, ну, финансы, конечно же, потому что, ну, как хочешь в семье, надо этот день их сохранять, надо у кого-то это взять, не из семьи-то выдавать. Поэтому все-таки мы думаем о том, что нужно финансы. И, короче говоря, мы подумали и решили, что 50 маловато, нужно как минимум 86, значит, региональных и плюс еще местных там. Ну, так, чтобы у нас пару там тысяч желательно было, тогда отделение комитета, тогда вообще будет все у нас хорошо. Да, мы хотели, кстати говоря, еще есть проблема большая оказалась. Мы хотели показать кино про успешную российскую, какую крутую женщину. Оказалось, кино-то нет. Да. Кино не будет лучше. Она же не предприниматель. Предприниматель была героиня «Вокзала для двоих», когда она дыни пыталась продать. Ну, да, это была героиня Ланы Мордюковой, что она предприниматель. Это была форца. И человек ходил под стать. Это был не очень хороший пример. Это не очень хороший. Она нарушала закон. Нет, Борченко, она сделала, она разово. А вот героиня Мордюковой реально вела предпринимательство. У нее обстоятельства заставили, потому что у нее муж умер. Ну, она же пошла. Но реально проблема. Действительно, образ успешной женщины в российском кинематографе оказалось нет. Значит, дальше у нас... Значит, еще из одной из проблем, конечно, на отсутствие компетенции, образования, вообще как этот вот первый шаг в это болото, потому что вот оно затягивает, и в нем тепло и уютно, женщина, к сожалению, не знает, как его сделать. И это мы считаем большая проблема. Там же и менторы у нас, акселераторы, бизнес-инкубаторы. Короче, это все вот мы туда засунули. Про власть сказали, про финансы сказали. Ну и, конечно же, телевидение надо женское. Ну только не домашнее, как варить там борщи, детям попки потирать, а нужно такое нормальное женское предпринимательское СМИ, в котором бы показывали, как деньги женщины заколачивают, понимаете, а не тратить. Поэтому мы за это. И, значит, вот у нас картина такая нарисовалась светлого будущего. Олимпов как бы нет, но они вот мужчины там на одном уровне. Мужчина в опоре, как вы видите, по времени. Женщина в комитете. Все хорошо. Давайте на той картинке у нас женщина была с детьми. Здесь все. Мальчики с папой, девочки с мамой. Все нормально. Дома, машины, заводы, пароходы, все ништяк, все здесь. Солнце светит. Они уже загорают. Вот видите, там красные такие были лучи, было неудобно, пар это потело, все. А тут хорошо. А, и кино сняли-то про Виктора Господи, конечно же, только видеооператор-то вот примерно такой, мы же его рисовали. Ну, вот, короче, как-то так. Браво! Ура! Следующая серия. Команда номер 4, пожалуйста. Можно, да, начинаем? Да. Четвертая команда, четыре стихии. Но у нас не будет так все иронично. У нас включаем обратно современное телевидение, скучно, занудно, но правда. Значит, первый рисунок. Вот что значит, это же в Владивостоке и Волгограде. Разные полярные точки. Да. Первое задание, видимость, да, женского предпринимательства на данный момент, как мы видим, и так как нас очень много, я благодарю нашу команду за терпение, потому что, сами понимаете, в одной куче собрать всех руководителей, это трэш жесткий. Мы все живы, здоровы, и получилось круто. Первый человек, который презентует, пожалуйста. Наталья Антипова, Волга. Да, вас бэджик просто привернут. Ну, собственно, четыре стихии.
и говорим о том, что сейчас комитет по женскому предпринимательству совсем молодой, ему только вот практически 2 года, да, и вот как бы вот эти женские ладони, которые взращивают вот это вот, скажем так, семя женского предпринимательства, да, на сегодняшнем моменте. И уже сейчас есть первые ростки достаточно серьезно, да, и это все с любовью, это все с творчеством, это все с большим вкладом от себя, поэтому вот у нас такой росток женского предпринимательства в России, такой достаточно уже, пусть и молодой, но такой мощный, с любовью растет, из женских рук. Соответственно, женщина чем окружает это все? Любовью, заботой, теплом, и только при таких условиях предпринимательство и проблема этого предпринимательства будет взрастать качественно. Есть куда расти, есть на чем взращивать, да, то есть есть такая надежная, хорошая почва, и орошение, и удобрение, и вскармливание, то есть все, что женщина может отдавать, мы готовы вкладывать в себя, и так вот это, скажем так, то, что, как мы видим, комитет по женскому предпринимательству сейчас. Да, спасибо, Наталья, большое. Следующее, чем мы можем гордиться, правильно? Да, чем мы можем гордиться? Ну, на самом деле, 3 предыдущие команды сказали очень много вещей, какие есть у нас, поэтому максимально коротко. Но мы обозначили статистику, то, что более 52% населения трудоспособные женщины, и занятые женщины в МСП составляют порядка 30%. Это правда, ну, круто, хорошо, что это есть, и наша задача работать над увеличением женщин, которые будут увлечены в предпринимательскую деятельность. Вот, и если нас разбудят ночью, нам уже есть чем гордиться. Вот, дальше, то, что женщины присутствуют во всех сферах предпринимательской деятельности, и круто, что преобладающая, ну, самая успешная, самая любимая сфера женщин – это все-таки социальное предпринимательство. Здорово, что сейчас этот тренд развивается, и у нас будет одно из дальнейших предложений. Конечно, круто, если и женское предпринимательство все равно выделят как направление, дадут ему определение, и это уже будет не каждая сказала так, как она думает, что такое женское предпринимательство, а это будет формулировка, Википедия и так далее и тому подобное. Дальше, чем мы еще гордимся? Мы гордимся тем, что сейчас появились различные объединения, различные площадки, которые не просто любительские клубы, а это все-таки серьезные организации, которые поддерживают первые лица страны. Первые лица страны, ну, нормально сказать. Что да, мы гордимся тем, что стали появляться целевые программы различные, там, мама-предприниматель, стали выделяться такие номинации, как женское предпринимательство в очень крупных конкурсах всероссийских, которых раньше вообще, в принципе, ну, такого понятия вообще не было, и я сама как предприниматель воспользовалась этой ситуацией. И пятое, мы еще гордимся тем, что женщины умеют в себе совмещать успешно несколько ролей, и мы считаем, что это одна из наших уникальностей, то есть помимо того, что мы дочери, подруги, жены и матери, круто, что мы еще можем быть успешными предпринимательницами, и мы считаем, что, ну, такие истории нужно тиражировать. Все. Следующее, это все-таки проблемы, которые есть и которые, ну, на которые стоит обратить внимание. Елена, Нижний Новгород. Ну, мы не проблемы их называем, а что нужно улучшить, как бы нам хотелось. Да. Это где разработать различные финансовые продукты для женщин-предпринимателей, которые касаться будут не только традиционного налогообложения, но и полностью всех налогообложений. Там, и упрощен, и всех систем, да. Все-таки, чтобы, это должно быть первым, я, конечно, немножко волнуюсь, чтобы закрепить понятие женского предпринимательства на законодательном уровне, о чем мы и говорили, вот, Екатерина, ранее. И разработать программы поддержки для женщин-предпринимателей с детьми до 7 лет. Это использование материнского капитала, это какие-то, может, налоги, да, каникулы, льготы, и, ну, там же, как вариант, детские сады.
Четвертое – это все-таки тиражирование и популяризация проектов женских предпринимательств, женского предпринимательства при поддержке властей. Для этого нужны площадки, освещение, реклама, может быть, какая-то наружная. И как вариант – это создание рабочих групп с привлечением общественных организаций и властей. Ну и последнее, это наше видение того, что если вдруг все получится, что будет. Так как мы являемся самой большой страной в мире, и это круто, что здесь мы номер один, мы все-таки за то, чтобы и наша страна, благодаря поддержке там, женского предпринимательства и вообще в целом предпринимательства, чтобы наша страна стала номер один, и в экономике, и в демографии, и в экологии, и в здоровье, и в образовании. Ведь если создавать комфортные условия для реализации всех своих задуманных целей и задач, мы однозначно своим успехом влияем на своих друзей, соседей, своих коллег, предпринимателей. И тем самым мы, в любом случае, благодаря тесному взаимодействию бизнеса и власти, сможем нашу страну вывести на топ и сделать ее номер один, и, в общем, сделать ее более привлекательной для жизни. Вот. Там кто-то что-то хочет сказать. Да. Просто еще обратить внимание на то, что Россия, она, в принципе, женского рода. В этом уже много заложено. Можно еще я добавлю? Две сильные стороны упора России в сегодняшний день – это законодательная инициатива и экспертное сообщество. Самые главные две компетенции, которыми мы гордимся. На женском предпринимательстве тоже стали обращать внимание, это здорово. Если мы закрепимся как мужчины на законодательном уровне и как экспертное сообщество именно в тех сферах, в которых бизнес приоритетно женский, тогда, наверное, мы станем самый номер один на планете. Спасибо. Финальный, последний по численности, вернее, по номеру, последний по команда номер 5. Я напоминаю, что мы отличницы. Алина. Да, хорошо. Хорошо, дай бумажку. Пока место капитана свободно, можно секретарь все скажет. Наша команда. Добрый вечер уже. Наша команда называется «Отличницы». Я, конечно, голос не рассчитывала, пока у нас идет капитан. Мы также будем говорить, что мы сегодня представляем. Мы начали с истории, с глубокой, да, Саша? Да. Капитан не нашел бумажечку, поэтому будем рассказывать. Капитаном вы выбрали директора школы. Поэтому я человек, который умеет работать с женщинами. Я знаю, что надо просто подождать, скоро определяться. Совершенно правильно говорит Лисан, что для того, чтобы понять... во-первых, потому что у нас теперь новый партнер, это Google, и мы решили, что дать такой некий маршрут. Развитие женского предпринимательства. Вот точка, где находимся мы все с вами, здесь, сегодня, 2017. Для того, чтобы понять, как это все началось, мы заглянули далеко-далеко, долго спорили, где-то минут 40. Вот, и поэтому Олеся нам сейчас расскажет, как все это началось. Как говорится, люди, не знающие своего прошлого, никогда не будут уверены в своем будущем. И начать рассказ о том, что было раньше связано с женским предпринимательством, хотелось бы словами Федора Михайловича Достоевского, который в 1873 году сказал: «Женщине настойчивой и терпеливой в деле. Она серьезнее, чем мужчина. Она хочет дело не для самого дела, а не для того, чтобы казаться. Уже не в самом ли деле нам отсюда ждать большую-большую помощи». Именно поэтому, говоря о женском предпринимательстве, нужно понимать не конфронтацию с мужским предпринимательством, а движение рука об руку и заниматься женщиной в том деле, в котором она больше понимает касательно бизнеса, развития, детей и социальной среды. Если говорить об истории предпринимательства в прошлом, то еще начиная с 1793 года, женщины, входя на рынки, первая самая большая ярмарка была в Астрахани. Они продавали тот товар, который производили их сестры, подруги, матери. С Астрахани все.
Они продавали, да. И при этом женщина в промышленности, в корпорациях имела большие доли. Это на заводах по хрусталю, на заводах по производству тканей. И я думаю, что как бы ни называлось в прошлом женское предпринимательство, оно имело большое значение и развитие по всей истории нашей страны. Да, спасибо, Олеся. Следующую точку, которую мы познали, это 2016 год, написали здесь 4 W, 4 Women, которые организовали, и, в принципе, всех нас побудили собраться здесь, и не только собираться здесь. И вот, я так понимаю, был какой-то прекрасный вечер, когда вы приняли это решение, но вы не знали, к чему это придет. Если видите, как много потом у нас будет дальше, это был тот вечер. Итак, 2017 год, мы с вами здесь все, и вы должны понимать, что будущее всей планеты в наших руках. Мы находимся именно в этой точке сейчас. Но для того, чтобы подходить с научной точки зрения, вот Олеся наша чудесная, Алина, извиняюсь, была уже, да, подготовила формулу женского предпринимательства. Хочу первое сказать, что именно эта формула родилась на Волгоградском съезде лидеров при помощи наших коллег из Волгограда, Ростова и Орла. И что же это такое? Вы увидите такую заковыристую формулу, где А – это женщина, плюс Б. Вот так и для этого у меня есть подсказка, мы со всеми женщинами работаем. Где B – это идеи, умноженное на C – это связи, плюс H – деньги. Отлично. Умноженное на Y – мужчины. Куда без них. Плюс I. Это семья, наверное, я промолчала. Должна была где-то сказать. Как раз сейчас и должны сказать. Это семья. Разделенное все на время, так как 100% времени мы делим. И получается, это женское предпринимательство в том формате, в котором мы сейчас это видим. И знак бесконечность, и это наша надежда на дальнейшее развитие, и что будут те люди, которые перенимать это направление и вести его дальше. Но в новой форме есть такая грандиозная такая вот несостыковка. А мы все время будем умножать на мужчин и детей. Мы поработаем над этим. Да. Хотели сказать о том, что если есть предложение, дополнение к формуле, готовы их рассматривать, да? Сокращение тоже можно. Но мужчин просим оставить. Нет, я просто понимаю, что это кратное. Вот в чем. Значит, тогда перейти. То бишь не один. Да. Не останавливаться. План такой. Да. Ничего невозможного. Мы еще все женщины молодые. Девушки, дабы не повторяться, так как факторы естественные и позитивные, и мешающие, препятствующие, примерно такие же, как и у всех предыдущих чудесных команд, но мы обозначим прямо в назывном порядке, да, и это будет делать нам Дарья. Да. Здесь мы долго смотрим. Здравствуйте, меня зовут Дарья Котова, я представляю Красноярский край. И в целом бы хотелось сразу... Да. И в целом бы хотелось сразу отметить, что нет таких проблем, которых нельзя решить. То есть мы их со своей командой обозначили, но в некоторых регионах они немножко меняются специфику. Так вот, первая проблема, я думаю, что это отсутствие бизнес-среды для женщин-предпринимателей. То есть мы сейчас активно формируем с вами, но как таковой ее ранее не было. Вторая проблема. Это психологический барьер женщины и менталитет населения. То есть старые устои. То есть раньше женщина должна была сидеть дома и воспитывать детей. Сейчас все поменялось, и женщина тоже современная. И предрассудки, да. Да, предрассудки. Недостаток программ поддержки и государственного участия в системных образовательных программах. Далее. Специфика сфер деятельности. То есть тут мы говорим не только о социальном предпринимательстве, но и в целом о среднем и крупном бизнесе, о промышленности. Спасибо, Даша. Да. Еще пятое, да, у нас там было? Да. Нехватка компетенций для развития и масштабирования. Уверенность, да. Об этом тоже наши коллеги говорили. Мы понимаем суть задания, которое нам дали, мы понимаем, что нет таких препятствий, которые мешали бы нам создавать с вами идеальный мир. И про идеальный мир, конечно же, рассказывать. Если не исключим те факторы, которые нам мешают, мы обязательно будем развивать предпринимательство от души, сердца, с любовью вокруг окружающий мир. И никогда эта картинка не перевернется.
направлении. Спасибо команде. Все. Спасибо команде Лебеди, попрошу капитана. Сейчас сфотографирую. Александр. Попрошу, пожалуйста, еще четырех капитанов. Капитан здесь у меня сам. Нет, не надо, конечно, не надо. Раз, два, три, четыре, пять. Два, пять. У нас сейчас будет, как в том самом КВН, очень быстро, разминка. У вас пять человек, то есть фактически идея от одного, это получается совокупно пять идей. Итак, на ваш взгляд, самый сильный фактор, которым сегодня обладает культура, вообще политика женского предпринимательства в России. Вместе обсудите быстро по одному фактору и выберите топ самый главный. Каждый из вас представляет один друг другу. В кучку снова повернитесь друг к другу лицом. Каждый предлагает по одному, и в результате выбирайте самый главный фактор, которым характеризуется сегодня женский человек, которым можно быстро. Секунда буквально. Отлично. Кто? Комитет. Аплодисменты. Точно так же, последнее, задание секундное, самая главная угроза или самое главное препятствие. Согласны? Мы с вами провели 2 часа вместе. Я потом еще буквально на 5 минут скажу кое-что от себя. А я бы хотел, чтобы каждый из вас поделилась буквально своим мнением, тоже на несколько секунд, что полезного сегодня произошло в ходе вот этой нашей групповой работы и что, на что удалось взглянуть по-другому. Пожалуйста, можете так, в любом формате. Ну, я. Давай. Мы как раз цикл, который мы нарисовали, у нас 24-го, 25-го сентября, у вас не состоится форум по женскому предпринимательству. Вот как раз мы пытаемся работать, Women Business Laboratory. Мы хотим развить такой астраханский проект. И мне сегодня как раз наша работа в группе помогла добавить туда очень важный лепесток нашего лотоса, потому что наш как проект будет представлен как цветок лотоса, да, цветающий цветок лотоса. И мне сегодня реально помогла доработать идею нашей работы в группе. Спасибо. Я сегодня рада очень большому знакомству и вообще присутствие в обществе таких красивых, во-первых, во-вторых, лидеров женских комитетов со всей нашей огромной страны. И каждая не только сегодня в работе, то есть в своей группе, но и вообще при всем знакомстве каждая что-то внесла, что-то дополнила. Я очень много сегодня взяла от этого общения, потому что девочки, спасибо вам огромное. Для меня самое главное сегодня – это то, что я поняла, что мы смотрим в одном направлении. И то, что мы видим одинаково. А самое главное, что мы можем договариваться. И мы можем делегировать, мы можем делиться своими возможностями. Это было действительно. Поэтому для меня самое главное – то, что мы единомышленники. Я хочу всех поблагодарить, это действительно было очень интересно, ярко, насыщенно. Вот как Лариса говорит, что все примерно говорят об одном и том же, я поняла, что все говорят про женское предпринимательство с разных вообще позиций, с разного понимания, у каждого своя точка зрения, но итог у всех одинаковый. Я считаю, что самая гениальная идея, которая сегодня прозвучала, это сериал про женщин предпринимательство, и я думаю, что нам нужно... Общественный сериал, в этой семье жили. Мама, которая положила. Это на самом деле веселая история, но я верю в это, мне кажется, это классная идея. Да. За это можно. Но для меня, наверное, сегодня было самое полезное увидеть этих героинь в лицо, потому что на самом деле в моей жизни существует недостаток, точнее, неправильно сказала, потребность в женщинах, которым не все равно.
вот, что будет в нашей стране. То есть это немножко больше, чем мама, немножко больше, чем бизнес-леди, общественница. Это, ну, большая рутинная работа, которая в большинстве своем неблагодарная. Вот. И я очень рада, что сегодня я смогла лицезреть этих женщин, которые героини нашего времени, которые находят силы, время и энергию для того, чтобы заниматься общественной деятельностью. И здорово, что у нас благодаря комитету появилась такая площадка, где мы можем знакомиться, как пчелки, жужжать и реализовывать какие-то проекты, которые на какой-то стадии какие-то, а потом они становятся общероссийскими. Поэтому, уважаемые леди, коллеги, я вас благодарю за то, что вы есть. Благодарю вас за то, что вам не все равно. Благодарю вас за то, что вы такие ответственные. Насколько эмоционально сильно мы поддерживаем наших кандидатов? Всем большое спасибо и совсем буквально очень кратко в завершение всего того, что мы здесь с вами сделали. Я могу сказать, продолжая стать шестым капитаном сюда, в большой женской сборной, я с удовольствием провел эти 3 часа вместе с вами. Готовясь к тому, что сказать сегодня вам здесь, я вот о чем подумал. Надия, наверное, уже учуяла своим тонким слухом, что мы сегодня говорили, когда мы говорили о ценности. Когда мы говорим о том, что у нас есть нечто большее объединяет, это значит, у нас есть нечто то, что мы хотим испытывать больше. Я подумал вот о чем. Если каждый из вас немного в сторону отложит все то, о чем мы здесь рисовали, а посмотрит внутрь себя, для того, чтобы определить, насколько есть сейчас, вам сейчас, тебе сейчас, вам, неважно, как угодно, любая форма обращения, чтобы разобраться в самой себе. Именно отсюда начинается все. Несколько дней назад так получилось, я общался с одним интересным человеком, и он задал мне простой вопрос. Если бы ты одним словом мог бы характеризовать свою жизненную миссию, что бы ты сказал? Почему-то ни секунду не сомневаясь, не задумываясь, я сказал, я учитель. И потом я подумал, действительно, мое первое образование было учитель. Так или иначе, в жизни когда-то руководитель, ты, по сути, учитель для своих подчиненных. Последние несколько лет я занимаюсь тем, что помогаю предпринимателям достигать своих целей, людям достигать своих личных целей, работаю поддержкой, коучингом, консультирую компании. Но все же, я хотел сейчас дать малюсенький, совсем небольшой вам подарок. Подарок заключается в следующем. Когда вы, немного отойдя от домашней обстановки, накануне большой вашей сессии, которая состоится завтра, сегодня вечером, окажетесь в гостинице, или там, не знаю, у подруги дома, или у друзей, или у друга, в конце концов, вы найдете несколько минут для себя задуматься о том, что на самом деле для вас является важным. Давайте буквально несколько минут поразмышляем о теме важности. Что такое для человека важно? Это то, о чем мы говорим, да? Или то, что он по факту делает. Таким образом, в тени каждого поступка, абсолютно каждого, стоят наши глубинные убеждения и ценности, то, что для нас важно. Я могу сколько угодно говорить, что мой приоритет семья, но в воскресенье я буду с вами. И поэтому я понимаю, что у меня приоритет мой интерес, мой внутренний смысл развивать людей. Это мой приоритет. Что такое важно еще раз? Важно это когда мы пытаемся быть или найти способ стать самим собой. Или сама собой. Что такое стать сама собой? Или самим собой? Я уж не знаю, я тут путаюсь в полах, но не важно. Когда мы находимся в состоянии с самим собой, мы испытываем состояние счастья. Это то, что мы хотим всегда испытывать. Но счастье – миг, момент. И занимаясь и делая то, что мы делаем, думая, что для нас важно, казалось бы, каждый из нас должен быть счастливым. Ведь если мы делаем то, что для нас важно, а мы ведь серьезно себя убеждаем в том, что мы делаем то, что для нас важно, ведь каждый день мы что-то делаем, проанализируем свой жизненный, там, я не знаю, один день, вы явно смогли бы выбрать одно событие дня. Для того, чтобы понять, чем оно для вас важно. Вот, например, вы сегодня окажетесь, когда одна наедине с собой, вы задумаетесь, что было для меня важно последние несколько дней. Проблема в другом, что если все делают то, что для них важно, значит, все 99% людей должны быть счастливы. Но это по факту не так. Почему? Потому что зачастую мы живем не своей жизнью. Шаблоны восприятия, которые нам дали в воспитании, родители,
друзья, подруги, друг, муж, общество? Или какой-то другой аспект, который повлиял на нас, заставляет нас делать то, что по факту мы считаем важным, но де-факто и де-юре важно не является. И мы находимся в стрессе. В стрессе от того, что нам трудно найти саму себя. В стрессе от того, что поиск самой себя усложняется тем, что для того, чтобы найти саму себя, делая то, что важно, я просто в 20 раз сильнее делаю то, что я делаю каждый день. Я оставлю вас с этим вопросом. Подумайте о том, что для вас важно. Я нахожусь в каждом из ваших чате. Пожалуйста, если у вас есть какие-то вопросы, буду рад вам ответить. Большое спасибо. Большое спасибо вам, что пригласили меня сюда. Я надеюсь, вам сегодня было здесь интересно. Спасибо. Мне что делать? Мне стоять. Я сделаю. А, вы сфотографируете? Конечно. А, все, у нас свой. Ну, телефон-то надо тоже. Женька, подожди. Женька! Роман, не надо. Давай. Не, подождите, я все-таки сделаю. Ауч! Придержите. И брови. Видно? Конечно. Все, отлично. Конечно, нет. Так, отлично. Боги энергии всем мире.